Всем здорово, парни, с вами Голд, и в данном видеоролике я вам покажу, как мы с моей семьей Амигасов ограбили особняк Помидоровых и заработали с этого очень большую сумму денег, поэтому присаживайтесь поудобнее, серия обещает быть интересной, досматривайте до конца. Также хотел бы вам порекомендовать мой промокод Голд, который вам даст 300 тысяч рублей X2 Boost прокачку. Ввести его можно на абсолютно любом сервере Amazing Online до 5 уровня при регистрации, либо уже по ходу игры. Также хотел бы вам порекомендовать свой телеграм-канал, он будет также по ссылке из описания. Там я веду личный блог из своей жизни, поэтому подписывайтесь. Ну и давайте уже будем начинать. Приятного просмотра, и мы поехали! Пробуйте полностью перезайти в игру. Цинфа, перезаходили. Полностью? Ты типа полностью вырубал игру? Ну, какая разница, так и так. Да, там вообще без разницы. А вы в курсе, что у вас особняк, а не дом? Давайте это... Что? Мы дураки. Блин, спасибо большое. Что? Это особняк, а не дом. Особняк это другой. Поехали быстрее, это семейный особняк. Нам тупо сейчас повезло, то что... А куда это надо? Это Помидоровы, это Помидоровы. А где это? Это 25-й особняк в GPS, посмотри, мы... Пипец, это Помидоровы. Все, 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 все. Мы можем завершать ограбу, это там невозможно. Можно все, там можно. Грёбаное дерьмо. Мы на рейде. Если они сейчас на рейде, нам повезло. Че по обстановке, ну, че там никого нет? Там был, там есть, там есть. Там Клист стоит. Там Клист один. Там двое. Двое. Я не вижу, где. Они на особняке прям в тупую стоят. А, подождите, они уезжают, они походу готовятся уезжать. Один съебался. Один уезжает. В какую сторону, в левую или в правую? В сторону склада. В сторону завода. А, все, окей. Все. Уехал, да? Да, все, да, уехал. А второй? А второй ФК там стоит вроде бы. Почему? Почему особо? Я бы даже если бы словил, я бы... Это, кстати... Все, это... Это не админ? Очухался. Это админ. Пошли. Тофик Помидоров. Ну а почему? Это админ, о, это за... админ, это админ, здесь пофиг. Все. Готовитесь? Я взламываю уже. Пошли, пошли. Обороняйтесь. О, он вышел, все, кайф. Давайте. Вы, самый прикол, что у админа фамилия Помидоров. Он сейчас вдруг он скажет, типа, да-да-да-да-да, типа, ваш дом грабят, пацаны, чё вы тут, где вы, чё вы на рейде? Я буду орать с этого. Блять, кто стреляет? Я проверял, обстрел. Всё, взломал. Всё, заходи, бери вещи. Ноутбук брать, пылесос, что тут брать? Да дорогие все, вещи. Ноутбук бери, пылесос вообще бери. Все бери. У вас минута, у вас время пошло, минута. Все, минута. Пылесос. Менты. Серьезно? Да. Пиздец. Проехали? Да, приехали. Фух. Они к нам бегут, к тебе бегут. В дом заходить хотят. Они по мне тулят. Нам выйти мне помочь. Они мне преследку кинули. Нам выйти помочь. Уходите, если ограбили. Да мы одну вещь всего лишь взяли. Да похуй, давайте, блядь, лучше так, чем чё, никак. Чё, угораешь? Уезжаем? Да все, я... Давайте три подхода. Ты где, Рамиль? Дай я хоть телефон заберу. Они там случайно таран не ставят? Нас сдохли, нет, они на нас отвлеклись, они на нас отвлеклись. Вам сейчас... Их двое, вы их можете затулить. Давай я сейчас подбираю вещи и попытаюсь. А вы блядь, мы немного обосрались. Понятно. Вышли? Так какой мы вышли, нас расстреляли. У них там дробаши и так. Эти. Тихо, я смотрю вход. Подожди, ты где? Не уходи, стой. Энергос. У тебя бряс есть? Нет, у меня дигл есть, типа, свой. Так, давай ты первый. Блять, ребят, давайте, пожалуйста, я... Зак, ты где? Я не вижу никого. Я релогаюсь. А, садись. Давай вот эти вещи. Ладно, я аптечку использую и релогуюсь. А чё они именно за вами пошли? Потому что они увидели, мы открыли этот, они нас увидели меня и открыли огонь. Они побежали за Загом, я побежал за ним. Так. Блять. Сука.
Ну, мне еще сразу прям преследку просто кинули. А как они на тебя... А, не по маске прикинули? Да, я не понял, как они на меня преследку кинули. Я, кстати, только пылесосы забрал. Вы где сейчас? Вы где? Мы в особняке, сейчас можем прилететь к вам. Так быстрее летите. Что, делаем, нет? Ну, ментов нету. Давай рискнем. А у вас вертолет, вы можете улететь. Ага, только вдалеку. Делайте, когда ты ТТшники по своему делаю. Все, летите к нам по-быстрому. Мы начинаем грабить. В чате пишется, что их особо брали? Нет. По идее. Но когда рейд закончится, то они приедут сюда. Нам нужно по максимуму сейчас вытаскивать и уходить сюда. Все, я зареспавнил транс. Ты готов? Давайте летите быстрее к нам уже. Лежит он же там. У меня тут робот-пылесос. 791. Я тут ноуты, блядь, беру. Не пизди. А вот, 791. Мне кажется, это первая моя успешная... А, да, у меня течит кик, но у меня... Да? Бля, ладно, я к ним прилечу. Ебать, иди сюда на склад. Тут две коробки с деньгами. А гантели дорогие? Нет, нет, иди на склад. Голд по моему обучению мучит одних людей. Да мы тут особо помидоровых грабим. Да? Да. Малой словил. Там помидоры сейчас продают особо свою семью. А, правда? Да. Я думал, типа, они еще до сих пор, ну, на коне, так сказать, сильные. Давай я эти вещи сейчас отвечу. Они продают свою семью и уходят на алтарь. Ого. А да, я что-то видел, что там помидоровые. О, все, у нас по максимуму вещи. Все, давай выходить уже будем. Реально по максимуму? Блядь, да. Ребят, сейчас я подлету. Вы где? А сейчас Вячеслава как-то дорогой позвонил. Почему я не могу взять энергетик? Так нет, тут еще планшет есть у тебя. У меня не хватает места. У тебя тоже. Раз, два, три, четыре, пять. У тебя пять вещей максимум. Чисто, чисто. Давай. Я тоже. Блин, хорошо, мне кажется. На грине поднялся 800. Мне главное успеть нажать потом, если нападут, типа, закончить ограбление. Или сейчас закончим. Да, нет, не надо, еще есть время. Сколько осталось? Да дофига, хоть 43 минуты, потому что продлить-то полчаса еще. Давайте, нам надо по максимуму. Этот, господи. Зак, ты едешь до нас? Коробка с деньгами, 152 тысячи. Коробка с деньгами. Блядь, ты пока дойдешь, блядь. 784 тысячи. 863. Там еще за скрытность бонус. Плюс 400 где-то. Мы уже лям 200. Давайте еще. Ну там буквально две вещи осталось. Ну похуй, давайте. Бля, если мы сейчас из-за тебя так деньги просрём, я тебя убью. Если вы сдохнете, то все вернется. О, там кто-то на Ренотой, подожди. Ага, во-во. Во-во. И я про это же хотел сказать, то что там кто-то на Ренохе подъехал и уже. Тут... Помогай. На черном Рено ты? Нет. А, это... Я сзади пытаюсь. Ой. Последняя тычка. Все убили. Добивай. Что, грабите? Бля, еле как он убили так его. Подошел, сказал, вы еще грабите. Мы еле как его убили вдвоем. В вот особе вообще неудобно стрелять. А и то я ему еще тычку дал 45. А он где заспавнится? Он тут заспавнится? Нет. Больница. Либо где бомжи. Все, тут вещей больше нету, по идее. Нет, это говно. Нету вещей? Все, планшет, видимо, последний. Больше нихера нет. Да, на предмет уже подбираю. Наберите что-нибудь еще. Завершится. И давайте все. Сразу, чтобы они на склад не прибежали, поехали за складом. Да пофиг. Не понял. Так, все, завершать. Да, в принципе, давай. Завершить. Да. Куш каждого 600 тысяч. Нормально. Очень это мы, получается, около ляма 300 заработали сейчас с одной грабы. Ну вот и подходит к концу данный видеоролик. Надеюсь, он тебе понравился. Ты влепил свой царский лайк. Также не забыл подписаться на канал и написал комментарий для продвижения видеоролика. Спасибо тебе, если ты все это сделал. Ну а мы с вами не будем прощаться. С вами был Голд, и мы увидимся в следующих видеороликах.